Женский стартап про технологии. Приложение CarCare. На сегодняшний день существует проблема на рынке, как отсутствие комплексной поддержки автовладельцев, которая была бы не затратна для организации, что позволило бы не отражаться на конечной цене для потребителя. Ей можно было бы воспользоваться в любой удобной ситуации, в которой даже нет интернета. Вот почему я предлагаю вам решение этой проблемы. Это мобильное приложение CarCare. Это удобный офлайн-поиск с навигацией вблизи пользователя по всей России, автомотосервисов, авторазборок и эвакуаторов. В ближайшее время планируется рост проекта до целой экосистемы, которая охватит задачи от поиска автошколы до оплаты штрафов. На сегодняшний день приложение уже существует на двух платформах, имеет малый вес, несмотря на то, что работает даже без интернета. Основатель проекта Николай Бесчетнов. Сам работал междугородним водителем 2 года и автомехаником в 2 международных сетях автосервисов, что позволяет ему разговаривать на языке потребителей. Взаимодействие в команде полностью отлажено, результатом чего является действующий востребованный продукт, который имеет весомые преимущества перед конкурентами, к которым можно отнести Юремонт, Камбип, Картакси и Эвакуатор. Но их можно считать исключительно косвенными, так как они не оказывают комплексную поддержку владельцам ТС. В большинстве своем работают по заявкам, что увеличивает время ответа для пользователей и как бы неудобно становится. Также участие в таких проектах для организации стоит немалых затрат, что отображается на конечной цене и становится невыгодно пользователю. Воспользоваться ими можно исключительно через интернет, что не представляется возможным на отдаленных участках от междугородних трасс. В нашем случае монетизация проекта происходит за счет оплаты ежемесячной стоимости размещения организации в проекте, которая почти сравнима с абонентской платой телефона. Широкий спектр и уникальные удобства в каждой категории позволяют бесплатно воспользоваться приложением без интернета и найти решение поискового запроса не более чем за 2 минуты. Несмотря на регулярные обновления действующих контактов и цен, приложение продолжает иметь малый вес. Даже после добавления дополнительных категорий вес приложения будет равен не более 8 фотографиям в вашем телефоне, что соответствует 40 мегабайтам. На сегодняшний день протестированы рекламные кампании, на основании чего составлена дальнейшая стратегия развития и продвижения проекта. Полученные результаты позволяют делать вывод, что проект интересен и люди им пользуются. На сегодняшний день зафиксировано более 12 тысяч установок, что пока недостаточно для того, чтобы начинать брать плату сервисов. Поэтому ближайшей нашей целью является привлечение 200 тысяч установок. Окупаемость проекта наступит, как только 3% пользователей оформят через нас страховку и 1% от зарегистрированных по России автосервисов примет участие в проекте. Но не стоит забывать и про другие категории участников, что позволит выйти на окупаемость в разы быстрее. Ближайшей целью также является создание сайта, что позволит привлечь дополнительных участников и пользователей в проект. Наша потребность финансирования – это 11 миллионов, окупаемость от 14 до 24 месяцев, что подтверждается расчетом рентабельности. Мы предлагаем инвестору долю в проекте в размере 20% с чистой прибыли после возврата всех вложенных в проект инвестиций. После возврата всех выхода на окупаемость чистая прибыль в проекте составит 10,7 миллиона при себестоимости 5,3. При этом запросы от организаций из других стран и компаний, категории которых еще не представлены в проекте, позволяют планировать расширение потенциала и географии проекта. Наш подход к реализации проекта позволяет изначально минимизировать риски, реализовать качественный и востребованный продукт. Присоединяйтесь. Мои контакты на экране. Буду рада ответить на все вопросы. Вот это пич! Вот это презентация!